Добрый день! Сегодня на обзоре акустика от компании JBL, встраиваемая акустика от компании JBL, моделька JBL Arena 6IC. У встраиваемой акустики область применения довольно широкая. Вы можете встроить в потолок колонки как в зале, в гостиной, в спальне, кухня, коридор, ванна, балкон, спортивный зал. Ну, практически любое помещение можно озвучить, встроив акустику вот данного типа в потолок. Функциональные удобства данных колонок и данной акустики в том, что они не мешаются. Их практически не видно. То есть они имеют так называемый белый гриль или решеточку. Ну, вот как наподобие вот у этой акустики. Строили в потолок и не видно. И имеют довольно качественное, хорошее звучание. Вот. Очень часто такое применение, вот встраиваемая акустика, используется в системах домашнего кинотеатра, когда идет построение системы 5.1, ну или более, и задние тыловые колоночки бывает просто некуда поставить, повесить. Вот. И вот это данное решение позволяет эту систему собрать, встроив задние так называемые тыловые колонки в потолок. Очень удобно на самом деле, и под продаж по встраиваемой акустике в принципе, и этим в том числе, как раз процентов, наверное, 70, когда задние колонки встраивают в потолок, именно тыловые. Передняя часть может быть стоять на стоечках, там большие, центральный канал может лежать, фронтальные колонки стоят, сабвуфер стоят, а вот задние колонки как раз встраивают в потолок. У нас получается с вами система окружающего звучания завершенная, и задние колонки не мешаются. Примерно над диваном их можно встроить. Можно вообще полностью всю систему выполнить домашнего кинотеатра, встроить в потолок, к примеру, 5 колонок. И никаких напольных колонок и так далее, раздражающих, не будет, если в дизайне это что-то мешает или в интерьере. Ну вот, такие решения для встраиваемой акустики позволяют эти задачи выполнить. Ну давайте ознакомимся с этой акустикой. Посмотрим, что входит в комплектацию коробочки. Внешний вид. Итак, давайте откроем упаковочку. Так, в комплекте идет инструкция, паспорт данной акустики, вот такой большой схематичный рисунок с размерами. Вот показана высота, то есть 119 миллиметров. Это если потолок встраивать, то должен быть запас. Вот диаметр акустики показан 231 миллиметр. Так. Идет сама акустика. Так, вот в комплекте вот такой вот гриль на магнитах. Сейчас мы его с вами посмотрим. Такая вот сеточка незаметная, очень красивая, удобная, акустическая прозрачная ткань. Вот сама акустика. Вот такая вот. Итак, давайте рассмотрим эту акустику поближе. Корпус выполнен
из прочного пластика. Вот такого вот. Так, низкочастотный динамик. Диаметром 165 мм. Выполнен из целлюлозы. Вот так, высокочастотный динамик. Выполнен из шелка. Диаметром 25 мм. Так, значит, также имеются крепления. Вот такие вот, на вот таких саморезах. Вот, акустика вставляется в потолок. Вот, посадочный диаметр 203 мм. То есть, вырезается отверстие на 203 мм. Устанавливается в потолок. И вот, методом вот таких вот шурупчиков затягивается к какой-то закладной. Это может быть фанерная доска, деревянная, также возможен гипсокартон, но лучше всего какую-то закладную или металлическую установить, или деревянную, чтобы когда будешь затягивать акустику, вот она вот устанавливается, поворачивается это крепление вот так вот и затягивается, чтобы прочно держалась, не проломила ни гипсу, ни что. Так, клеммы для подключения колонок. Вот две клеммочки зажимные, такие довольно хорошего уровня. Довольно толстый кабель сюда влезет, наверное, даже 4 мм войдет. Хотя, я думаю, для этой акустики 4 мм сечения будет многовато, но тем не менее. Вот, зажимные клеммы. Вот такое устройство акустики. Так, значит, диапазон воспроизводимых частот от 38 до 20 тысяч герц. Импеданс 8 Ом. Чувствительность у данной акустики 86 дБ. Рекомендуемая мощность усилителя от 10 до 80 Вт. Размеры, значит, глубина 119 мм. Вот этот вот размер 119. Вот диаметр самой колонки 231 мм. Ну, данная акустика относится к категории архитектурного аудио. Конструктивно данная акустика обеспечивает низкий уровень искажений и точное воспроизведение звука. Данная акустика заполняет комнату кинематографическим звучанием практически из любой точки. Ну, примерно так описывает данную акустику производитель. Но на самом деле акустика очень интересная. На мой взгляд, звук из нее будет просто замечательный. Давайте послушаем эту устраиваемую акустику. Я вот собрал такие два мини-стенда из коробочек. Вот вырезал там отверстие на 203 мм по диаметру и установил два этих динамика. Ну, давайте слушать. Единственное, учитывать, что это не полочные колонки, это не напольные колонки, это акустика встраиваемая. Причем установлена немножко в таких походных условиях. Вообще, в идеале, конечно, если в потолке также будет какой-то акустический короб, который, к примеру, продается как универсальный, так и для встраиваемых колонок, для определенной модели, свой акустический короб. Когда он в потолке стоит, этот короб установлен, в него смонтирована колоночка, вот. Наклеечка отлетела. Так, ну давайте слушать.
Я не знаю.